Но мне театральщина вся не нравится. Демон в церкви, где мой Цербер? Ну, Король и Шут. Ну, нет, есть группа Король и Шут, там тоже были демоны, были старики-людоеды. Но клип уже обещает быть забавным. Потому что много старания видно, что к деталям, к гриму. Но не мой формат просто. Ну вот есть театральщина вот эта, есть театральщина Джимбо и Фараона, да, то есть в клипе «Бензопила» последнем. Ну там как бы, естественно, не страшнее, здесь видно бутафорию с цветом слишком, вот знаете, по-российскому, как вот по-российскому по свету, слишком светло, слишком много подсвечено того, что надо показать. Все равно в таком хорроре должна быть какая-то мистерия. Я бы цветовую экспозицию совсем по-другому сделал. А так детали, да, классные. Вот голова отрезанная. Это неплохо. У Шнура прикольная голова была в клипе «Кольчик», которая потом досталась сыну Эсэнда Невзорова. Это силиконовая голова, если не ошибаюсь. У него в Инстаграме есть ролик об этом. Дальше. Ну типа, что за глянец, блядь? Меня банально ебет уже отражение... Не отражение, а блик на ногтях, на бутылках. Ну, слишком все пластиковое, понимаете? То есть хоррор, он не пластиковый, там как раз-таки элемент додумывания. Какие-то, блядь, светодиодики на троне. Выглядит все это пластиково очень. Ну, это такой гламурный вампир, да, как у... Гламур и дискурс, да, как в Vampire Белевина, который сейчас экранизируется, в котором Оксимирон будет играть Митру, если не ошибаюсь. Дмитрий, 150 рублей. Хочется узнать, следишь ли ты за процессом лишения министра культуры Мединского докторской степени? Если да, то нет, мне не интересно. Мне не интересны эти игры, абсолютно. Хорошие, плохие, не интересно. У меня совсем другой вектор интересов, уж извините. Да не, Качева достаточно. Это правда. Баб вроде ничего. Во, я только хотел сказать, типа, а где жертва? Почему тут одни вампиры, а у тебя кровь изо рта? Ну вот, типа, появилась жертва. Мне уже нравится, типа, женщина привязанная. Дарья. Извини, тонировал, потом досмотрим. Дарья пишет, Дмитрий, как ваша пассия Ксения не особо... Чё не особо? Сейчас мы узнаем, чё моя Ксения не особо. Так, ну давай, подгружайся. Ладно, пока подгружаемся, посмотрим. Нет, не посмотрим. Странно выражает свои мысли и не выдает высокопарных сентенций. А нахуя эта женщина? Главное, чтобы было по существу и отвращение не вызывало. В целом, женщина Ксения не глупая. Хочется узнать, следишь ли ты за процессом. Не смотрю, смотрим дальше. Ладно, клип добротный, не мой стиль, скажем так. Видно вся студийщина, видно все. Ну, типа, так не делается. Я бы не сделал так, окей? Окей. Жиндос, к тебе парень подходил на днях фоткаться, ты его отшил как гомик. Если бы я был гомиком...